Здравствуйте! Если вы овен или близнец, или телец, присаживайтесь. Свободный расклад. Энергии, которые будут присутствовать для овнов на следующей неделе. Выглядит как работа. Работа, работа, много работы. Это может быть работа, чтобы улучшить свои денежные запасы. Может быть дополнительная работа. Это может быть работа для того, чтобы улучшить свои качества, мастерство, знания. Это пентакли, пентакли стихии Земли. Это человек, который довольно-таки счастлив в том, что он делает. И он работает, у него есть энергия. Посмотрите, он сидит на красной. Красный цвет представляется энергией. И вообще это энергия овнов в целом. Потому что овны... их планета, которая управляет овном, это Марс. Скорпион и овны управляются планетой Марс. То есть, если ваше Солнце находится в овне, это говорит, что оно находится в самом лучшем, каком оно может быть, положении для Солнца. То есть, у вас есть достаточно энергии, достаточно силы. Ну, мы все знаем про овнов, кто такие овны. Особенно вы, кто смотрит это видео. Так что овны в работе. Овны обычно не очень они склонны сами работать. Они обычно любят начинать что-то и бросать, заводить всех вокруг себя и потом уходить в сторону, чтобы другие заканчивали. То есть они хороши для начинания, но не очень хороши для продолжения. Что в овнах будет в чувствах, в любовной жизни и в отношениях? Давайте спросим. Ну вот, овны не любят быть медленными, а тут им предлагается медленный успех, шаг за шагом, за шагом. Я боюсь, что вы будете довольно-таки нетерпеливы. Но это то, что предлагается. Если в любовных отношениях у вас какие-то вопросы, вы должны их исполнять и решать медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Я знаю, что вам это не свойственно. Правда, овны? Окей, что же у нас будет в деньгах? Но вы посмотрите, вы все в деньгах, все в работе. Вы все ждете опять ожидания чего-то, ожидания денег, ожидания результата. Успешное, наверное, ожидание, потому что вы все сделали для этого. Но год! Господи, наберитесь терпения, потому что терпение ваше может лопнуть. Что вам может помешать на этой неделе? Давайте спросим у карт. Что вам может помешать с решением всех ваших дел и замедлить еще то, что уже течет очень медленно? Что вам может помешать? Это старший аркан. Старший аркан, когда попадает на неделю, это маленький промежуток времени, он очень значителен. Любовь, отношения, выбор вам может помешать в исполнении ваших задач на неделю. Но это может быть и хорошо, не столько же быть материалистичным, посмотрите на вот это все. Может, стоит и задуматься о новых чувствах, овны. Вы умеете загораться, посмотрите, как за этим мужчиной там расположено дерево с огнем. Вы умеете загораться и зажигать других.
Это хорошая карта. На этом я остановлюсь, наверное, на сегодня, потому что очень положительно выглядит неделя для вас, Овны. Пока-пока, с вами была Александра. Итак, Тельцы. Солнце в Тельце. Вы знаете, что вы Тельцы. Луна в Тельце тоже может быть, а также восходящий знак. Если вы не знаете оставим их. Они меня перебили, карты Таро. Общая неделя, общая энергия недели будет очень авторитарная. Ну что ж, Тельцы, следующая неделя у вас будет серьезная. Вы будете в позиции рулить, решать судьбы, решать вопросы, завоевывать новые территории. Все, что делает император, то будете делать и вы. Все будет в ваших руках. Вы будете проявлять силу воли, характера, упорства. Вы не захотите сдаваться. Для вас только будет все, что ваше желание требует исполнения, то вы будете требовать от других. Я не думаю, что император сам трудится много, но зато он указывает хорошо. То есть вы будете указывать другим людям, что нужно делать, как нужно делать, как правильно поступать. Давайте посмотрим, в какой области вы у нас будете рулить больше всего на той неделе. Тельцы. Да, это значимо. Тельцы, ваши подчиненные в вашем государстве, я шучу, конечно, имею в виду, что ваши родные и близкие, ваша семья будут ждать от вас серьезного решения, которое изменит вашу, может быть, и их жизнь значительно. Так значительно, что вы будете удивляться, неужели это возможно? Ну, имейте в виду, потому что смерть — это же не просто смерть, которая в физическом смысле. Это может быть что-то уже готово отмереть, какие-то, может быть, отношения, проекты на уровне одной недели. То есть вы должны будете принять решение, от которого зависит жизнь или смерть. Но мы все еще не знаем, в какой области. Хотя бы чуть-чуть, если мы узнаем, то было бы неплохо. Ну вот, в области стихии огня. Похоже, что наш император послал давно гонцов в дальние страны. Видите, у него глобус между руками. И ему нужно принять решение. Но вы в позиции принять это решение? Может быть, это бизнес-решение, скорее всего, или решение о партнере. Жезлы, они обычно огонь, они представляют из себя какое-то или неимоверное желание сделать что-то. Это не любовь, но это напористость и сила, драйв, они говорят здесь, как бы что вас движет вперед. Это может быть любовь, может быть и бизнес, могут быть деньги. То есть немножко проясняется картина, где императору придется управлять и решать, что отсекать, а что казнить, а что помиловать. Вот вам и смерть пришлась, кстати. То есть при выборе из одного или другого партнера или одного или другого решения в бизнесе или на работе вы будете успешно это делать. Давайте посмотрим, а про любовь ли это? Ну, трудно сказать. Может быть и про любовь, потому что у вас серьезное это положение, Тельцы. Вы на коне, на буле, я бы сказала, на Тельце. Вы в своей стихии.
вам должно все удастся. Похоже, что вы можете управлять, даже не имея в руках вожжей. Ну, поздравляю вас, желаю удачи на следующей неделе, тельцы. Итак, дорогие близнецы, ваше солнце находится в близнецах, как мы знаем. Или, может быть, ваша луна находится в близнецах, или восходящий знак. Но в любом случае близнецами управляет Меркурий. Меркурий – это информация, это коммуникация, общение. Давайте посмотрим, что вас ждет на следующей неделе. Общая картина, но это в стиле Меркурия. Общая картина будет жесткая, волевая, логичная, холодная. Все качества, которые связаны с этим королем. Может быть, вы, потому что это карта Корта, то есть карта, которая представляет настоящих людей. Может быть, вы и встретитесь на следующей неделе с этим человеком. Это может быть ваш начальник, это может быть ваш партнер, это может быть ваш будущий партнер. Мы никогда не знаем, как это начинается. Давайте посмотрим, в какой области этот человек будет приносить в вашу неделю такие энергии интеллектуальные. В какой области? Да, интересная область. Область, которая для близнецов не очень ведома. Область тайной луны. Близнецы обычно не могут держать язык за зубами. Им очень сложно это сделать. Но вот так может и случиться, что вы, может быть, что-то начнете в голове, надумаете себе, потом перенесете это в свою речь, в свой язык, скажете что-то острое, а может быть обидное, а может быть язвительное. И смотрите, противовес вас будет выходить энергия жрицы, верховной жрицы. Это может быть женщина, но, скорее всего, это просто энергия, которая представлена на ваш... Ваша задача с ней будет справиться, с этой энергией. И эта энергия тайная. Это энергия женская. Она может быть и в мужчине, но она секретная. Она никогда не показывает свое лицо. Свое истинное лицо, я бы сказала. Давайте посмотрим, где же нам предстоит сражаться с этой энергией, таинственной энергией Луны, которая представляет собой Верховная Жрица. Ну вот, может быть, это по поводу какой-то информации. Может быть, что-то просочится, какая-то информация, может быть, в сети или где-то. Сейчас особенно это очень актуально. Что-то вы когда-то написали, а оно как новость придет. И вам нужно будет с ней, может быть, иметь дело и расхлёбываться, потому что она была тайная, и она может быть стать явной. Но все еще информация. В какой области? Давайте посмотрим. Про любовь ли это? Не знаю, если это про любовь. Но это про какого-то человека, который старше вас. Может быть, отец, может быть, старший брат, может быть, старший друг, может быть, начальник. Но когда две стихии, такие как земля и огонь, сталкиваются, ну ничего быстрого
разрешение этого конфликта не вещает. Но я не знаю, если это конфликт. Может быть, это ваша... Ну, что-то мы затянулись тут, ребята. Может быть, это ваше желание переубедить этого человека, а его очень трудно переубедить. Стихия Земли непереубеждаемая. Давайте рассмотрим. Интересно, вы видите сердце сначала, но вы думаете, наверное, ну да, это про любовь. Но нет, это не про любовь. Посмотрите на тучи, посмотрите на дождь. Это немножко про разочарование. Может быть, вам не удастся убедить или переубедить этого человека. Может быть, в самом деле у вас с ним споры. К сожалению, близнецы, ваш острый язык частенько приводит вас. Я знаю, у меня есть в семье близнецы. Он частенько вас приводит к временным трудностям, я бы сказала. Ну, давайте, дерзайте. Может быть, держите язык за зубами больше. Удачи вам, близнецы, на следующей неделе.